После каждой двойки делаем уклон либо нырок. Ловкий, юркий, сильный Равиль Коробов на спортивной площадке словно рыба в воде. И все равно свое мастерство оттачивает каждый день. В 2022-м стал чемпионом России по панкратиону. Впереди новая цель. Я вообще хочу, чтобы знаменитым человеком стать, чтобы меня шли, узнавали. И еще раз повторюсь, город хочу прославлять наш на международных аренах. Смешанными единоборствами Табаляк занимается более 10 лет. За плечами десятки наград на всероссийских и международных соревнованиях. В том числе в ММА. Он участвовал в 9 боях и во всех одержал победу. Последняя стала одной из самых сложных. Я там дрался с бойцом из Кыргызстана. Боец был очень крепкий, духовитый. Все 3 раунда мы с ним бились. Было очень тяжело. Я после боя потом... У меня отходники были. Ну, в себя долго приходил. Вот этот, наверное, бой самый тяжелый был. Равиль Коробов – воспитанник тобольского клуба «Сибиряк». Это настоящая кузница титулованных спортсменов, среди которых братья Токовы. У нас был такой боец Анатолий Токов. И его как-то по телевизору показывали. И отец мне говорит, смотри, он Табаляк дерется. И меня как-то это вдохновило, что ли, замотивировало. Я захотел, чтобы мой отец тоже мной гордился. Клуб «Сибиряк» подготовил более 20 спортсменов. Победителей первенства России и турниров, чемпионов страны. Причем пора. Разным видам спорта. Армейский рукопашный бой, панкратион, грэмплинг и ММА. Клуб подготовил 5 победителей первенства мира по панкратиону. 3 победителя первенства Европы. Наш спортсмен 2 раза выиграл Кубок мира. Сейчас в спортивном клубе «Сибиряк» занимается более 60 парней. Каждый из них стремится прославлять своими достижениями родной край. Наталья Жукова, Шамиль Гулиев, Михаил Куричко, Тюменская служба новостей.